А пропала Милет. Почему она решила? Милет не сможет прийти. А почему? У нее дела. Ну ладно, раз не получилось, поужинаем без нее. Милет? Твоя сестра снова преподнесла сюрприз. Я рад тебе. Здравствуйте. Ты что, нас здесь дожидалась? Нет, я подошла только что. Ты же не могла прийти, были какие-то дела. Были, но я решила прийти, когда с ними разобралась. Отлично. Прошу, садись, Милек. Я очень проголодался. Я поведу, Ахмед. Хорошо. Ты можешь быть свободен. Всего доброго. Честно признаюсь, я Бину всегда завидовала. Еще с самого детства. Честное слово, я умирала от зависти. Сестра всегда была очень умной, очень способной, очень красивой. Она еще и на фортепиано играет, так ведь? Что за никому не нужные разговоры, Милек? Может, перейдем к другой теме? Почему? Сестра говорит такие замечательные вещи о тебе. Продолжай, дорогая, я тебя слушаю. Кроме того, она очень скромная. Ей не нравится, когда ее хвалят. Моя дорогая Бину, я так тебя люблю. Мне повезло, что у меня есть такая сестра, как ты. Я завидую. Где еще увидишь сестер, так нежно любящих друг друга? Милек преувеличивает, Керембей. Все не совсем так. Нисколько. Подумайте, есть две сестры. И старшая очень умная, и к тому же очень красивая. Вы бы на моем месте не завидовали? Подобные чувства мне знакомы, Милек. У меня тоже есть брат. Но мой брат не говорит обо мне так, как ты, а наоборот. Поздно я поняла, как она важна для меня. И ваш брат однажды поймет, насколько важны вы в его жизни. Надеюсь. Это был прекрасный вечер. Большое вам спасибо, вам обеим. Вам большое спасибо, Керембей. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Угу. Вот, Милек, уходи. Больше мы не увидимся. Ты что, никогда не простишь меня? И не надейся. Бину, пожалуйста, не будь такой жестокой. Подумала бы об этом перед тем, как предать меня. Я не могла всего рассказать, объяснить не могла. Я допустила ошибку, правда. Но я никогда не предавала тебе. Ну, хватит. Уходи. Бину, прошу, ну можно мне остаться всего на одну ночь? Ну, пожалуйста. Я в ужасном положении, денег нет, на улице ночевать, что ли? С тобой ничего не случится, Милек. Ты всегда выходишь сухой из воды. Хорошо. Я не знала, что ты такая жестокая. Доброй ночи. Милек! Только на одну ночь, и завтра ты уедешь. Возьми. Пижаму я тоже положила. Спасибо. Когда ты приехала, у тебя был рюкзак. Где он? Оставила в лавочке у друга. Угу. Так и что же за ужасное положение? Меня выслали. Что? Почему? Милек, что случилось? Говори же. Я не виновата, поверь мне. Конечно, верю. Угу. Тони? Короче, моего парня взяли при торговле наркотиками. И меня выслали из страны. Правда, я тут ни при чем, клянусь. Если хочешь, позвони, сама все узнай. Прекрасно. Тебя выслали из страны за торговлю наркотиками. Очень хорошо. Тебя задержали? На 2 недели. Выпустили под залог? Ага. И денег нет у тебя? А родители знают? Нет. Бину, я не употребляю наркотики, клянусь тебе, сестра. А что будет, когда родители об этом узнают? Если ты не скажешь, они ничего не узнают. Мне что, обмануть их? Сестра, пожалуйста. Я и так уничтожена, не видишь, что ли? Раздавлена просто.